Пойдемте к Трофимову, посмотрим, чем озадачит дед нас. Так, деревня Гурмана. Только надо ствол продать, там с собой таскаю этот испорченный от калаша. Насколько я помню, первое задание у него будет пробежаться по разным точкам в зоне. Типа как собрать эти, как вот, как образцы, только не образцы, а там замеры какие-то сделать. А может, это и не первое задание будет. Ну, сейчас узнаем. Потом на новую землю отправит. Опять ночь, блин, вот везет мне, как не зайду снять видео, так ночь. Так, вот, забирай. Чё-то дешёвый, 5000. Починить все или ну-ка 87, да пока не надо. Не так, задание я не буду брать у Гурмана. Опять FPS что-то фокусы показывает, бесится, то 5, то 20. Десерт. На, кстати, надо будет убить это. А, студня. Уже убил. Бляка нужна. Заскочить в лабораторию. Убить бляка. Ну, с первого бляка редко выпадает жир. Обычно со второго. Там я запись прерву. Зайду, выбью жир, потом возобновлю. Чё ж мне на ночь так это везет, а? Как не зайдешь, так ночь. Как-то немного скучно мне становится играть в Эзон. Слишком уж затянули разрабы гайки тут. Слишком много затянули. Туго, вернее. Слишком много запретов и слишком туго затянуты гайки. А от этого, как известно, все начинает умирать. Не знаю, как я там в Сталкер онлайн еще толком-то не играл, еще с вокзала не вышел. Меня вот эти первые миссии убивают. Так неохота их опять делать все это. Там же уже какие-то отличающиеся от тех, которые здесь квесты, они начнутся уже
Дальше там, когда переделаешь все основные вот эти, а все основные это вот опять же те же самые, что здесь уже делал. И вот мне так неохота все это проходить опять. Там действительно Сталкер онлайн, я смотрю, прям часто так обновление выходит. Только вышло, следом же, на следующий день уже опять какой-то там докачивается что-то, опять что-то обновили. Глядишь, через неделю, через две, опять какое-то обновление уже там с анонсом. На следующий день там смотришь, опять что-то там, все время что-то происходит, что-то, какая-то жизнь идет, что-то меняется там. А тут как-то все как-то умерло. Как-то разрабы приуныли здесь. Не видно энтузиазма никакого. Кроме как запретить, затянуть гайки. Властей у наших научились. Убито 3 из 5 кабан-мутант. Это кому надо-то? Интересно. Кабаны. Убить 5 кабанов за 5 минут. Чё это за задание такое? Успею я еще одного? Вот тут же где-то бегает. Не вижу. Убей 5 кабанов там, где их нету. А, вон он. Все время забываю, что тут дальность увеличили. Вы успешно зачистили территорию. Что это за задание? Откуда оно взялось? Само собой откуда-то появилось. От грязи завелось. Да, сейчас, скорее всего, вот это задание и будет. По четырем углам вот этой карты побегать. Вот этой локации. Что-то и бляка этого неохота мне, жир бляка идти убивать. Хотя...
Осталось-то именно только этот, блядь. Ладно, зайду. Дождусь уже, убью, блядь. Больше не буду это задание брать. Так, куда-то я не в ту сторону пошел. Вот сюда же надо. Рахимов. Сталкер, вы что-то хотели? Что вы знаете о переходе на новую землю? А я уж вот и не помню, кто мне это... Кто меня сюда направил? Почесть поговорить с ним о новой земле. Не помню уже. Никогда не слышал ничего подобного. Но данные, которые вы нашли, позвольте взглянуть, любопытно. С их помощью можно объяснить не один феномен зоны. А я случайно не проходил уже эту миссию-то? Где эти данные собрать надо было? Нет, вроде бы. Отлично, док, но мне пора спасать людей. Выполнено задание доктор Трофимов. Я понимаю, вы считаете, на новой земле находится лаборатория, в которой насильно держат несчастных, попавших в зону печально известным поездом. Звучит невероятно. Но с этими документами я почти готов вам поверить. Мне нужно провести ряд замеров и расчетов. Быть может, мы найдем тайный переход на новую землю. А тем временем предлагаю вам послужить на благо науки. Прежде всего, нужно произвести замеры. Фона в нескольких точках зоны. Я дам вам анализатор. Я дам вам парабеллум. Осторожно, оборудование не дешевое. Обойдите с ним окрестности Любича, посетив крайние точки зоны. Юго-западный, юго-восточный. Ну, 4 угла. Возвращайтесь живым. У меня есть вопросы. Слушаю вас. Что еще за фон? Особые частицы, присутствующие в зоне. Мессия считает фон причиной появления аномалий, мутаций и артефактов. Что за Мессия? Международное сообщество исследователей аномальной активности. Конгломерат научных институтов, созданный ведущими учеными планеты с целью совместного исследования аномальной зоны. Продолжайте. Частицы фона трудно засечь, но можно по факту их воздействия на другую материю. Теоретически все пространство зоны наполнено фоном, однако аномалии появляются только в тех местах, где его концентрация превышает норму в сочетании с биологическими видами. Фон дает необратимую мутацию, а если он достиг состояния кристаллизации, образуется артефакт. Фон причина всего? Да, более того, мы считаем, что так называемые всплески, когда аномалии и мутанты смещаются ближе к периметру, также результат воздействия фона. В предполагаемом центре аномальной зоны накопление фона идет непрерывно, и когда он набирает критическую массу, происходит всплеск. Насчет центра зоны. Да. Кто-нибудь был в центре зоны? В центре зоны. Насколько мне известно, нет. Хотя на поиски регулярно отправляются сталкеры и научные экспедиции. Проблема в том, что никто не знает точное местоположение этого центра. Нельзя вот так просто обвести зону на карте мира, ткнуть в середину получившегося круга и сказать нам сюда. Большая часть современного оборудования здесь не работает. Мы можем выдвигать предположения, основанные на смещении ареалов мутантов
после каждого всплеска, но это весьма приблизительные допущения. К тому же всплеск явление чрезвычайно редкое. На изучение его последствий уходят годы наблюдения за поведением мутантов, составление новых карт аномалий. Ладно, не буду больше отвлекать тебя. Так, ну что, я выключу на время запись. Пойду завалю бляка. И пойдем по четырем точкам. Уже больше 10 минут стою. Бляка все нет. Может, и бляка убрали отсюда. Я даже не удивлюсь. Ну, уж скоро 15 минут пройдет, как стою. Даже не знаю, стоять еще. Может, реже стали появляться. А может, убрали. Да, значит, на языках уже не покачаешься, что ли? Ой, вернее, не пофармишься. Не, нету. Убрали, наверное. Теперь где у нас, бляк? Можно убить его? В пещере Паукана? И в деревне, в этом, в Новиково? Если оттуда тоже не убрали. В пещере Паукана точно есть. Видели же мы. Ага, вот он. Чё-то я не понял. Чё с дробовиком? О! О! Редкий момент. С первого раза липосакцию удалось сделать ему. Редчайший момент. Так, ну с крысами неохота даже воевать. Пойдемте. Что-то запоздалый, блядь, какой-то. Так, сейчас гляну. А, ну ближайшая точка это вот здесь, на переходе на Везувий. Я уже проходил на другом аккаунте. А чё они не подсвечиваются? Нет, не подсвечиваются. А, это не то я включил. Вот же сканирование фона. Ну да, вот ближайшая точка. Вот с нее и начнем. И пойдем по часовой. Пойдемте, ну хоть рассвело, пока бляк караулил. Не буду я эти задания у них брать. Скучно, неинтересно, не хочу, надоело. Все эти ежедневки тупые. Нет у меня желания качаться. Не вижу смысла. А до 14-го... Ну, только вижу смысл до 14-го раскачать, чтобы на караван попасть. Вот и все. А дальше не вижу смысла. Не стоит оно того, чтобы истязать себя так этими... Одни и те же действия выполнять.
Тут и так-то вот даже вроде квесты разные, но ты все одно и то же делаешь. Вот сейчас пердолить по часовой стрелке и обойти весь периметр этой карты. И никакой надежды на то, что что-то интересное встретится. Что-то произойдет. Никакой. Я даже представить себе не могу, что тут может произойти. Максимум, какое приключение? ПКшник респанет, все. Или медведь где-нибудь вот тут зареспается. Ну вот, слышу уже чушку. Ага, чушка случилась. Целое приключение. Не наполнена как-то зона событиями никакими. Только говорю лишь, затянули все болты и все запретили нафиг. Побольше бы рандомных событий каких-нибудь. Чтобы те же мутанты... Вот опять же, может, с ним же говорили вот сейчас о фоне, да, с этим Трофимовым. Он говорит, мутанты то там, то сям. Ну а почему они тогда везде в одних и тех же местах всегда? Почему вот тут медведь не появится? А в следующий раз там где-нибудь, не знаю. Вообще где-нибудь вон в этом, на вокзале прям. Кто-то, кстати, писал в предложениях, вот почему бес хоть раз бы не забежал бы, а, на вокзал? Там шухеру бы не навел среди новичков. Интересно же было бы. Рандомные всякие вот эти события. Хотя бы это даже. Вот идешь-идешь так, а тут бес откуда ни возьмись. Из кустов выбегает. Или та же стая собак. Хотя бы вот. Ну, простое вот на ходу придумал событие. А можно же вообще как-то обыгрывать это все там. Придумывать что-нибудь. Скучно как-то. Все по распорядку, все по указке. Скучно становится. И разрабы что-то приуныли вообще как-то. Не видно никакой инициативы у них. Посмотрим, что в Сталкере будет. В этом, в Сталкер онлайн. Ну, говорю там, вот, так неохота мне эти квесты себе выпал проходить. Одни и те же. Как подумаешь, так и, блядь, и заходить неохота в игру. Кстати, там в Stalker Online надо будет первым делом рюкзак себе раздобыть. Армейский пойдет. Я пока не буду там ничего донатного покупать. Пока не ощупаю, так сказать, игру. Как и что там. Возможно, это только на первый взгляд она там оптимистично все так выглядит. А на самом деле окажется, что все то же самое. Так что не хочу я пока там ничего не платить ни за что. А рюкзачок какой-никакой надо. Так, вот точку. Все. Данные собраны. Идемте дальше. А10.
Так, а где у нас тут ближайшее это сохранение? На укрепке. За озером. Где ведуны. Токсичные захоронения. Это хорошо, я сейчас хоть пожравший. Быстрее пробегу. Хоть и не отдохнувший, но пожравший. Уже плюс. Ты бы бегал по этой карте. Хрен знает сколько серий. Вот опять же, разрабы сейчас введут новых монстров. Вроде бы они там что-то делают, да? Но они опять их ведут вот статичными. Опять на одних и тех же местах их расставят. И все. Это же не придаст атмосферности в игру и интереса. Не добавит. Именно как-то вот рандома надо больше. Каких-то случайных событий. Пусть даже и с одними и теми же монстрами, но случайных каких-то. Вот тут никогда в жизни же медведь не появится. А появился бы, это ж сколько бы навело бы это переполоху на том же форуме. Что вот тут медведь появился. Ну, поначалу бы все бы удивлялись. Тут артефакты, интересно. Так, тихо, тихо, тихо. Жарко. Артефактов не видать. Так. Ребята стоят. Антиграф колдует. Сейчас мы их выхлопаем всех. Антиграф есть. А если найду? Так, тут они не двигаются, аномалии. Блин! Чё он умер-то с одного выстрела? Гад. Ладно. Придется тащиться к нему, если из этих антиграф не выпадет. Подальше отойти. Иди сюда, ты чё там встал? Зажать хотите, суки? С двух сторон. Вот и антиграф. Значит, туда не пойду. Ну, говорю, бывает, что два антиграва даже выпадает. Но я не хочу проверять, есть у него там. Чё жадничать. Ну, а эти не достать. Их надо вытаскивать именно этим магнитным захватом. Потому что они в аномалии телепорт. Как только туда зайдешь, сразу телепортнешься и подобрать не успеешь.
Так, ну что, надо зайти тогда на вокзал или на, не знаю, гурмана, продать антиграф. Он, кстати, вот не действует так, когда вот такой баф. Он не работает вроде бы как. Нужно его именно в ячейку для артефактов запихивать. А чтобы активировать эти ячейки, нужно перки изучить. Да, пойду через гурмана там продам. Ну, хоть какое-то событие, хоть что-то. Антиграф нашли. Тоже ничего особенного, ну, хотя бы. Хранить их бессмысленно, антигравы эти. Ну вообще артефакты, в смысле, они же пропадают. Нужно либо извлекать заряды из них. Я не знаю, заряды там протухают. Они, ну, заряды идут на обмен. Там, на тряпки. На оружие. И они, по-моему, если протухают, они же не пропадают, они просто протухшие. Но они, тем не менее, все-таки работают на обмен. А артефакт, если не извлекать заряд, он просто пропадет. Время его истечет. 72 часа, по-моему, дается. И он исчезнет. Да, вот 71. Поэтому сразу надо продавать. А если где по квестам нужны, то... приходится вот... взял квест, пошел искать артефакт. Или покупать. Сталкере онлайн там нету этих зарядов. Такое мы вводили они. Поэтому артефакты просто они теряют свои свойства, но сами не пропадают. Как и здесь раньше было. Такое ощущение, что кто-то следит за мной. Так бывает, идешь, бас-бас-бас и слил. Один-два выстрела и слил. И не понять откуда. Так, а чё я пойду до гурмана? Вот здесь сейчас на вокзал сверну, да продам в ДК. Тут ближе, чем тащиться куда-то. Гурмана. Хотя к гурману все равно надо будет зайти. Хотя зачем? Чё мне там делать?
А, ну ждать этот квест только надо и все. Жир бляка отдать до мозги студни. Так, кто тут у нас стрелял? Десантуров. Долго эти длинные ролики кодировать, блин. Даже 40-минутно это уже там капец превращается в пытку, блядь. Комп слабый, кодирует долго. Ладно, пойдемте сюда, зайдем. Сколько он там? 70 тысяч, по-моему, стоит антиграф-то. Ну, раньше стоил. За 70 же мы продавали. Или 69. Тоже неплохо. Учитывая, тем более, что по пути он просто попался. Даже специально не охотились за артефактом. Блин, это ему еще чай надо притащить. Семьдесят один. Ну, нормально. Так, я не пойду выкладывать это все. Язык коготь. Лень тащиться. Так, ну вообще, на этом закончим серию. Не хочу я долго кодировать. Да, закончу.